Добрый день, мои дорогие друзья. Навожу порядок в своем саду. Пересаживаю розы. Уже потихонечку у меня начинают оживать их злаки, и хвойные растения. Есть, конечно, проблемы в саду. Без них вообще не бывает никогда весны. Вот здесь я решила сделать. Вот, кстати, вот утки, видите, плавают у меня. Поселились у меня утки, парочка. Поедают корм у рыбок. Ну, что делать? Я ничего не могу сделать. Я их гоняла, теперь уже даже не гоняю, потому что они все равно прилетают. Да пусть пока. Надеюсь, мне главное, чтобы они не вывели здесь потомство. Остальное все меня мало волнует. Так, вот я сейчас, видите, по берегу начинают произрастать все эти, как их, примулы. Вот у меня еще, видите, гортензия крупнолистная. Она, утеплитель еще лежит, я ее на ночь закрываю, потому что нельзя оставлять еще плюс 5, плюс 4, это для нее не очень хорошо. Плохо снимаю, потому что напротив солнца. Тут выкопала огромную хосту, и туда я посажу динки розу. Здесь у меня, видите, такой прибор, где панчики распускаются у меня. Как они, баданчики. Сейчас луки начнут распускаться. Ну, в общем, так у меня здесь же микс такой. Всякие тут растения произрастают. Так, вот хочу сюда перовскую посадить и розу. В общем, надо будет как-то... Да, вот динки, она здесь будет хорошо расти. Здесь очень много солнца. Хоста здесь горела. Невозможно ее здесь было оставлять больше. Вымерз у меня, ну, не весь, а подмерз, конечно, это магония подмерзла. Скоро ирисы зацветут, мискантусы. Вот эти утки, конечно, вот они плавают. Рыб у меня очень много, как я уже говорила, очень много рыб. Он за ней ухаживает, видите, он за ней ухаживает. Так интересно за ними наблюдать. Ну, вот поселились у меня в пруду. Ну, что делать? Я уже ничего не могу сделать. Я что только не пыталась сделать. Так, ладно. Вот вдоль берега растут прудика. Сосенка растет. Ромашки, надеюсь, будут расти. Там ирисы вон уже поднимаются. Вот не знаю, схеноплектус у меня выйдет из зимовки или не выйдет. Не знаю. Ну, посмотрим, еще есть время. Куршинки живые. Едят, видите, по берегу что-то они едят. Ну, вот, пускай. Во всяком случае, грязи от них нет пока. Ухаживают за ней. Так, вот здесь у меня недиформис. Решила оставить их здесь. Лучше я буду маленькие растения. Вот тут у меня ромашки плохо перезимовали. Не могу найти их. Может, еще выйдут. Недиформисы, обе елочки оставлю. Я просто вот эти все буду по мере разрастания недиформис елочки, я буду убирать растения. Ой. Слушайте, у них свадьба прям, вот посмотрите, ужас. Утопил. Утопил всю любовь, морковь. Не буду им мешать. Так, первый раз это вижу. Так, вот здесь у меня розы. О, леди охотилась на них, но решила, что не стоит тратить время, потому что это бесполезно. Так, вот у меня мои розочки. У нас же скоро похолодание сильное будет. До плюс 2, до плюс 1 градуса. Вот смотрите, пока вот я их еще не, от болезни не обрабатывала. Хочу сегодня это сделать, пока дождей нет. Ну, вот как будет, так будет. Ну что ж теперь? Вот я уже все их подняла. Вот лавинья, вот пьер дрансар. Я уже показывала, вот так у меня здесь. Ой, леди, не мешай им. Пусть. Тебе можно, им нельзя, что ли? Пошла. Сейчас, о, охотится. Ой, кто-то на меня сел.
Ой, извините, съемка такая. Так, отряхивается наглые. А это следит за ним. Спряталась за кустом. Так, вот здесь вот я, видите, решила сделать такую дорожку, но пока в горшках. Такую вот дорожку из роз. Между ними лавандочка. Все это у меня зимовало, и лаванда, все это у меня зимовало в горшках. Под этим, как его зовут, в горшках, закопанные в земле. Ну, под укрытием, конечно. Горшки я еще не убираю пока. Вот я их здесь, осенью я их здесь уже посажу в грунт, пусть они наращивают корневую. Посажу в грунт. Здесь Чандас Бьюти, здесь три Эшли, так что я оттуда их убрала. Три Эшли, Чандас Бьюти и еще Чандас Бьюти. А здесь я, наверное, все-таки еще посажу, наверное, Пьер Дрансар. Может быть, так вот арочкой сделаю. Не знаю, еще не знаю. В общем, надо думать. В общем, посмотрим. Вот. Вот моя яблонька. Коряга такая. Так. Ух ты, вот она может ее поймать. Леди, я имею в виду. Она села. Вот тут у меня сформированная. Леди, нельзя. Сформированная рябина. Видите, как красиво, да? Вот тут вот она у меня сформирована. Такой вот вид. И вот отсюда будет такая аллейка из роз. Да, наверное, я буду пытаться. Ой, купается. Вообще так за ними наблюдать интересно. Вон она купается. О, купается уточка. Ну, леди запросто ее поймает, конечно. Расцарапает. Забавно-то. Так. Здесь вот у меня тоже вот на арку лезут эти жасмина. Это фламентанс. А вот здесь вот у меня пересаженная осенью фламентанс. Здесь плохо она выходит. Так, стволики зелененькие, но что-то ей побегов очень мало. Ну, я думаю, ей нужно просто укорениться. Я не стала ее коротко обрезать. Мне очень хочется, чтобы она все-таки хоть как-никак. Ну, посмотрим, ладно. Может, придется ее обрезать. Не знаю. Если не даст побегов, обрежу и пусть наращивает новые плети. Так, сейчас дальше пойдем. Леди охотится на уток. Он сидит. Она вот за камушком спрятана. Думает, что ее не видно. Ну, ее, наверное, не видно. Охотится. О. Ей уже птички маленькие, мне интересно. Здесь такая добыча. Уточки. Ты их никогда, леди, не поймаешь. Никогда. Кошки мои играют кошки. Ну, не приставай к нему. Кошке 16 лет, вот этой пятнистой. И она с трехлетним котом заигрывает. Зубов нет вообще. Все. Только что играли, уже все. Так, вот здесь у меня, видите, тоже розы. Но вот я что-то как-то, не знаю, убирать мне эти дуги, не убирать. Вдруг придется укрывать. Не знаю, я еще не все ее убрала. У меня вот здесь сидит тоже. Ой, вот тут я сейчас уйду в зеркало. Вот тут я посадила уже розы. Но солнце здесь только утреннее, часов до 10, до 9. Только утреннее. Потом вот открытое место. Здесь света много, но солнца нет. Не знаю, как они здесь будут расти. Потому что вон солнце, вон оно солнце.
это юг, вот это юг. Вот видите, не знаю. Хоть у меня такая парочка сидит. Тюльпанчик в горшочке распустился, надо будет его потом пересадить. Вот, вот здесь у меня вот такая вот красивая композиция. Тут я хвосты посадила внизу, вот с двух сторон. Вот это вот у меня надямьян декор. Вчера сажали. Это с одной и с другой стороны. Это у меня Джульетта, с другой стороны Беатрис. Это Blue for you, с другой стороны Ice for you. Наверху Варбург и Кронпринцесса Маргарет. Дом отражается. Дом отражается. Зеркало же. Вот видите как. Надеюсь, что будет красиво. Главное, чтобы они здесь росли, потому что, конечно, темновато. И факелы такие вечером очень красиво тоже отражаются. Вот. Так что вот такие вот у нас дела у меня. Сейчас погода дивная стоит. Но, не знаю, будет похолодание. Как это все пройдет, не знаю. Так, вот у меня здесь, я сегодня пересаживала сюда. Ну, не я, но мы вместе с помощником с вами пересаживали сюда Аннабель. Убрала я вот эти лилейники, конечно, они опять попрут. Но мне нужно здесь вот такой вот как бы, в общем, чтобы было... Ой, боже мой, сирушка, сирчик. Вот тут, чтобы был такой вот... Ну, в общем, Аннабель здесь будет расти. Ей солнце сильно не нужно. Так вот. Растут тут у меня. Здесь хосточка вырастет, конечно. Вон, лилейники, это же ужас. Вон туда к забору их убрала. Так. Бляро. А, нет, это у меня Skyrocket. Skyrocket. Тут разные. Да, и вот отсюда я убрала. Сейчас я покажу. Отсюда я убрала. У меня качельки. Ой, господи, солнце мешает. Отсюда я убрала вот эту вот Аннабель как раз. И сюда я посадила хосту. Потому что Аннабель разрастается ужасно, а хост, она будет здесь хорошо смотреться. Мне надо, чтобы Аннабель закрывала мне вот эту окраконочку. А мне надо, чтобы она была видна. У нее будет красные шишечки, уже выпустила она. Вот это я буду стричь. Формировать точнее. Так, и вот здесь вот, мне кажется, очень хорошо смотрится. Вот это будет смотреться хвост. Она огромная. Я ее убрала вот оттуда. Я показывала. Там она горела просто. Вот она между двумя... не помню, как называются эти туи. Шаровидные. Не помню. Вот. Тут тоже растет... Шаровидная тучка. Вот это я уберу, наверное. Хотя нет, пускай растет вот этот стильбочка. Не знаю. Посмотрим. Так, вот фастигиата. Видите, как она быстро растет. Очень быстро. Надо подстригать уже вот эту. Так, что это у меня тут? Надо уже обрезать эту. Подстричь казахский можжевельник. Ну, огромное, невозможно. Вот это надо убирать. Вот эту ветку буду, наверное, убирать. Тем более, какого цвета. Но она под снегом была, может, от этого. Ой, в общем, видите, дел полно. Тут у меня уголочек. Сейчас будем сюда тоже пересаживать. Ой, в смысле, насыпать землю вот сюда вот буду. И здесь буду поднимать немножечко. Вот сюда. Ну, сделаю, покажу. Вот тут у меня растут флоксы. Их надо выше поднимать. Темно здесь, конечно. У меня, видите, лес ведь все-таки. А вот я купила вчера. Вчера купила... Как они называются-то, господи? Ой! Все. Кранты. То, что я высеиваю. Лобелия. Очень красиво смотрится вот этот колодец. Вот видите, папоротник.
стал расти папоротник и пророс, слава богу. Потому что вытаптывали здесь ужасно, топтались. Здесь у меня крокус рос, будет расти. Папоротник закроет вот это все частично. Ну, я люблю такой дикий вариант птички. Природный стиль, чтобы розы вписывались в этот стиль природный. У меня еще не доубрано, потому что, во-первых, мы сейчас сажаем еще кое-что. Вот видите, входишь, и вот здесь так красиво. И роза будет расти, крокус рос, именно крокус рос. Тут моя гора. Виноград разросся. Луки. Дикое количество этих гехер. Астильбы. Как ее зовут эти? Герань садовая. Вот так вот. Думала, погиб крылатый этот. Ой, господи, забыла. Все. Бересклет. Нет, жив там наверху. Вот там, видите, начинает расти папоротник. Потом там хоста будет расти. Вообще все потихонечку так вот. Вроде вот перезимовал вот эту лютую зиму. Видите, все перезимовало у меня. Вот. И вот здесь тоже. Почти все перезимовало. Ну, кое-где есть, конечно, недочеты. В общем, вот так вот у меня. Это я не весь сад вам обошла. А, сейчас я, знаете, что? А, улетели утки. Улетели. Ну и слава богу. А может, спрятались где? Ужас. Вот не дай бог они гнездо совьют. Вот это будет плохо. Так, сейчас я покажу. Вот здесь вот я. Баданчики, видите? Вот моя гортензия. Вот утеплитель не убираю. Коника здесь уже давно растет. Очень красиво на камне вырос. Выросла незабудка. Люблю я это все очень. В таком стиле. Вот тут у меня будут тоже камни лежать. Тут я уже посадила, забыла, как называется. Желтыми цветочками цветет. Так, вот тут тоже такой хост, и астильбочки здесь будут. Тут еще не поставила. Вот здесь я убрала виноград, и вот тут у меня будут расти розы. Тут квиксильвер будет, два куста. Квиксильвер, тут еще какие-то. Ну, в общем, лилии насажаю здесь. В общем, вот так вот, да? И вот у меня такая здесь горка. Вот. Вот такая вот. Ну ладно, всем пока. Всех обнимаю.